Приветствую, друзья! Вы на канале Only Top Games, с вами Громбал, и мы продолжаем выживание в Subnautica Below Zero. Полноценный релиз — это значит, что финал и концовочка игры уже полностью добавлены, в отличие от раннего доступа, ну и конечно же мы на нее посмотрим, когда игру закончим. Друзья, как вы знаете, у нас прохождение интерактивное, это значит, что именно вы влияете на ключевые моменты и особенности нашего геймплея. В прошлый раз мы с вами создали краб, и варианты кастомизации предлагали именно вы. 5 вариантов, которые наиболее мне понравились, я разместил в опросе в сообществе канала, мы провели голосование, и, друзья, победил вариант, какой бы вы думали. Но если честно, я рассчитывал на кое-какой другой, но вы не оставили мне выбора, и большинство, а точнее 67% или 68% даже процентов проголосовавших выбрало именно опять-таки классический вариант, ну из тех 5, которые были предложены. Короче, друзья, вот он, вот красавчик, и что он вам напоминает? А напоминает он того самого Shadow Leviathan или Теневого Левиафана. Я немножечко изменил опять же расцветку, поскольку Shadow или Тени было два варианта. Предлагал его Валентин Морозов и Арслан Алиев. Большое спасибо ребятам за такие предложенные варианты. И разница их заключается в том, в каком интерьере и полосочками они будут выглядеть. Вот я в принципе изменил на синее название, как будто пасть Теневого Левиафана. Потому что если совсем синими полосками, мне кажется, мы его просто потеряем. Возможно, красные хоть как-то его будут выделять. Ну и вот эта часть центральная больше, мне кажется, похожа на Теневого Левиафана. Но если вы хотите, можно попробовать и другой вариант. Как бы номер два этого же варианта, будет он называться вот так вот тень. И здесь уже наоборот с полосочками. Значит, первая полосочка будет вот такая светлая. Какая-то, да? А интерьер, наоборот, будет ярко-красным. Краснее. Сейчас я как-то вот попробую так вот сделать красным-красным, но не очень, чтобы не выедал глаз. Ну и название можно, наоборот, тоже синеньким. Ну вот вам и второй подвид этого варианта. Друзья, посмотрите, определитесь, какой вам нравится больше. Голосование уже проводить не будем. Просто напишите под этим видосом комментариев. Либо Shadow с синим интерфейсом и красными полосками, либо тень с синими полосками и красным интерфейсом. Напишите, какой вам понравится больше и какое, собственно, название. Оставляем тень на русском или Shadow на английском. Короче, как-то так. В общем, с крабом мы практически определились, почитаю ваши комментарии и что я вам должен сказать. В прошлый раз мы с вами были в лаборатории Омега, в секретной лаборатории Омега, где производились разные эксперименты, да не просто с чем, а с самой настоящей бактерией Хра. Об этом мы прочитали в КПК. Также узнали несколько о нестандартных отношениях нашей сестры Саманты Аю с начальницей лаборатории Омега. В общем, кому интересно, пересмотрите предыдущую серию. Ну а виновна в том, что случилось с лабораторией Омега, именно Маргарет Мейда. Поскольку, когда мы были в ее теплице, мы обнаружили КПК, где она намекнула, что пойдет разбираться с лабораторией Омега и сказала, что это именно ее работа. Как там все разворотило, вы тоже можете посмотреть в предыдущей серии. Друзья, значит, насчет, кстати, Маргарет Мейда. Я собираюсь снова проведать старушку, но уже не там, где мы ее находили в последний раз. Чтобы кое-чем еще прибарахлиться, разжиться. Кстати, насчет вот этой комнаты. В прошлый раз я не смог закончить стеклянный потолок, потому что подумал, что не хватило рубинов. Но я ошибся, там нужно было алмазы, поэтому мы вот так вот с чистой совестью можем это сделать. Ну а насчет рубинов, я их собираюсь все же пополнить. У меня осталось всего 2, потому что они нужны на аэрогель, поэтому все равно пригодятся. Прочность 0 и 0. Вложился просто, как вы понимаете, вообще впритык. Короче, что мы с вами еще в прошлый раз насобирали и чем еще не пользуемся? Я предлагаю испытать еще одно оборудование. Одно мы с вами уже испытывали, я его сюда поклал, баллон-ускоритель, можем летать как Бэтмен, но в принципе занимает дофигища места, в
всего 90 секунд запаса вместо 180 наших, и поэтому это, я считаю, не очень круто. Разве что при стройке вот рядом с базой, когда, в принципе, кислород вам сильно не понадобится много, тогда быстро перемещаться почему бы и нет. Но у нас было еще одно оборудование, которое мы с вами открыли, но не протестировали. Налобный фонарь, я говорю именно о нем. Правда, чтобы его скрафтить, нам придется скрафтить первую ионную батарею. Вот так вот, и пустить ее на налобный фонарь. Ой, не знаю, стоит или не стоит, но по крайней мере испытать это оборудование мы с вами просто обязаны. Ну раз оно есть в Below Zero, то нужно же все-таки его скрафтить и посмотреть. Так, во-первых, значит, делаем мы с вами сразу же ионную батарею, первую нашу. И вместо того, чтобы использовать в глайдере, мы, блин, запихнем ее, конечно, в наш вот этот налобный фонарик. Ну и испытаем все это дело, как... Налобный фонарь снабжен всепогодным ремешком для крепления и будет освещать вам путь хоть в вулканическом пекле, хоть в ледниковой буре. Вечный, не занимающий руки источник света даже в самый темный час. Но если он вечный и если там батарейка не будет садиться, то почему бы и нет? Правда, его минус в том, друзья, светит, но проверим, конечно же, ночью. Его минус в том, единственный минус заключается в том, что он замещает собой ребризер. И это просто огромный минус, поскольку на глубинах больше 100 метров уже включается ребризер, он помогает вам меньше расходовать кислорода, и это, конечно же, огромный плюс. А если вместо ребризера будет фонарик, то, как вы понимаете, ничего вам больше и не поможет. И это, я считаю, просто главнейшим минусом. Если бы он занимал какой-то отдельный слот, тогда вообще никаких претензий у меня бы к нему не было. Так, что я еще хочу сделать? Я еще хочу, друзья, сделать с собой, как обычно, немножко маячков, потому что не расставил их в тех местах, которые был в предыдущий раз. В принципе, карта Below Zero не такая огромная, и ориентироваться можно, но все же для удобства, для лучшего удобства ориентируя, лучше с собой иметь несколько маячков, которые ставить по необходимости. И сейчас мы проверим альтернативный способ путешествия. Но для этого мне понадобится скрафтить еще одну небольшую совсем штуку. Эта штука — это модуль хранилища костюма краб. Хотя в принципе он у нас один уже имеется, но нужен еще один, чтобы проверить теорию, о которой, кстати, вы и написали в комментариях. Всем спасибо, кто участвует в нашем прохождении, активно пишет, советует. Я, друзья, все читаю, возможно, не всем успеваю отвечать, но вас сильно много. Всем огромное спасибо, кто в этом принимает участие. Так, значит, вот наш мини-состав, на котором мы сегодня отправимся в путешествие. Правда, вот здесь, а чего, здесь 4 этих заберем, сейчас на базе освободим. Вот здесь я предлагаю немножечко его изменить. Значит, у нас есть два улучшения реактивного ранца, которые я сделал по ошибке, и они, собственно, нам не пригодятся. 700 метров, 700 метров, отлично. Значит, я предлагаю поставить вот сюда еще один модуль хранилища костюма краб. Чтобы максимально расширить хранилище, посмотрите, практически еще один инвентарь. Если бы еще одна полосочка, вот там нижняя, было бы просто как два инвентаря. В принципе, немножко меньше, конечно, чем модуль хранилища, но если путешествовать быстро, мобильно и, скажем так, безопасно, потому что костюм краб способен вас защитить от угрозы, которая может быть. Я имею в виду, конечно же, собственно, его бур, так что он себя в обиду не даст. Поэтому и предлагаю попутешествовать сегодня на таком вот мини-составе, который вы тоже, кстати, предложили и в комментариях. Что ж, мы полностью заряжены, мы полностью ремонт-то пригодны, и, друзья, будем отправляться. Я, правда, выключил все меточки, но сейчас мы с вами отправимся. Во-первых, я предлагаю разобраться и посетить одну
скажем так, старую проблемку, которая, я не пойму, почему не исчезает. Я имею в виду, друзья, вот эту меточку. Все артефакты архитекторов, которые я исследовал, я крашу в синий цвет, но есть вот самый первый, практически, который мы с вами исследовали, но метка до сих пор не исчезла. ПК-8 он называется. Я не пойму вообще совершенно, в чем дело, почему он не исчезает, и, возможно, я там что-то пропустил. Ну а раз это так, значит, мы с вами обязаны отправиться туда и проверить, пропустил я там что-то, не пропустил, и что там имеется еще. Тем более, я хочу убить, друзья, целых два зайца, скажем так. Ребятки, вы там не сильно за мной гонитесь. Я хочу убить целых, друзья, два зайца. И я имею в виду, друзья, рубины. Рубины, которые там можно будет найти. Когда я первый раз туда плыл, в принципе, мне рубины особо были не нужны. Я схватил парочку штук и уплыли. Там был хелицерат, который несколько напугал, но, в принципе, от которого я не пострадал. И на то время, когда я плавал туда, мне нечем было от него защититься. У нас не было костюма краб. Пропульсионку, и вернее репульсионку, мы до сих пор не обнаружили. Стазис винтовку в Below Zero убрали, поэтому мы были просто беспомощны. И поэтому я быстренько оттуда убрался. Да. Но теперь-то у нас есть модуль периметральной защиты морехода. У нас есть сзади на спине краб с буром, так что ничего я не боюсь. Ну и, кстати, вот здесь уже начинаются разные раздолья для бура. Так, виднеется или нет? Нет, пока что я вижу только две кальмара-акулы, красивый кит, светящийся, сияющий кит, и они так правильно называются. Ну и, собственно, мы приближаемся к этому артефакту. Вот, прямо над ним, вот, плавает этот красавчик, который меня в прошлый раз был напугал. Но сейчас, я думаю, мы с ним без проблем разберемся и отвадим от нашего местоположение, чтобы он нам не мешал. Короче, друзья, где этот артефакт? Так, он точно уплыл? Нет, он не совсем уплыл, поэтому давайте внимательней. Нам бы его немножко... Нет, нам все-таки придется с ним разобраться, друзья, потому что он нам не даст жизни. Вот так вот, 1% таки успел забрать. Все, мы его немножко отвадили, вот и начинаются те самые рубины. В тот раз мне не хватало модуля погружения, но я не пойму, почему до сих пор не исчезла вот эта метка. Давайте попробуем опуститься еще раз, проверить, что да как, да и почему. Рубины я обязательно пособираю. Ну вот, прям на нее становлюсь и смотрим. А, наконец-то исчезла. Возможно, я тогда не стал по центру. Возможно, что-то было не так. Но теперь-то точно все хорошо. Короче, с этой меткой мы с вами закончили и разобрались. Я здесь был, сканировал артефакт. Вот там вот такой бурящий спутник. Или как он там, лазерная такая установка, которая бурит минералы. Мы с вами полностью находили. В принципе, ну лить еще можно взять. Я сюда прибыл, чтобы закрыть эту меточку и подсобирать рубинчиков. И в принципе с этой задачей это место тоже справляется. Но не лучшее место для поиска рубинов однозначно из-за этого хелицерата. Хотя если у вас есть модуль периметральной защиты, то в принципе ничего страшно он вам не может сделать. Здесь есть медная руда, можно бурить. Кстати, можно провести тестовый бурильный, скажем так, заезд или заплыв, точнее, на нашем Крабецком. Мы еще ни разу не бурили в Below Zero. В шахту Альтеры я не спускался, вернее, спускался, но не бурил, тогда у меня бура не было. Ну вот можно взять для примера и набурить вот это, допустим, медную руду. Посмотреть, как все это дело будет происходить. Отцепляем. Есть вот такая у нас. И все, да? И оттуда я не могу даже почему-то вылезти. Странно, ну да ладно. Так, ну что ж, давай, Крабецкий. Да, друзья, ночью его будет видно очень плохо. Это тень или шадо, хотя вот...
Ой, только название видно. Это вы выбрали, друзья, такой вариант. Если честно, я вас склонял более каким-то нестандартным, оригинальным, ярким названием. И, ну, не захотели люди почему-то выбирать просто проверенную классику. Как с мореходом, наш X12, то же самое мы назвали по классике. Красные и желтые полосочки. Так вот и получается с крабом. Черный, ну а полосочки уже и интерьер какой выберете. Но очень темный, как вы видите, в пучинах его можно потерять. Хорошо, что есть меточки. Короче, бурим. Смотрим, как это в Below Zero реализовано. Немножечко бур как-то странно себя ведет по сравнению с первой сабнатикой. Кстати, прохождение которых есть на канале. Не забываю напоминать, так что кто хочет поностальгировать, там полная русская озвучка от студии Games Voice, поэтому поностальгируйте в отдельном плейлисте. Ну вот так вот, в принципе, я набурил, все у меня есть. Есть еще у нас медная руда. Короче, друзья, все как и раньше, бурит-бурит. Защищает, все отлично, можно использовать. Так, но не это я хотел проверить. Значит, друзья, я хотел следующее, куда мы с вами будем дальше плыть. Дальше, эту меточку мы, получается, отключаем, больше она нам не нужна. Дальше, друзья, я предлагаю заскочить, скорее всего. Я не поставил модуль, когда мы с вами были, а здесь я не найду. А здесь я ни хрена не найду. Так, вот так вот, максимум, что могу включить, и все. Знаешь, друзья, когда мы с вами отыскали... Кто это и что это? Если это модуль аквариума, то почему бы и нет? То почему бы и нет? У нас как раз вот не хватало одного чертежа. Так, смотрим, что за модуль, что сказать. Да, модуль аквариума, отлично. Как раз будет последний. Все, шикарно, мы с вами сможем скрафтить модуль аквариум. Друзья, когда я был в теплице Маргарет, я показывал, как ее, собственно, находить. Мы искали с вами вместе. То я не отсканировал. Так, теперь мне нужен восток. Теперь мне нужен восток и вот туда. Хотя, в принципе, далеко, да нет. Давайте, значит, друзья, заскочим такие, если мы рядышком находимся, к Маргарет. Потому что, по идее, раз она в теплице, значит, ее нет на ее базе. Логично? Логично. Ну а раз нет на ее базе, значит, нет ее сталкера, питомца, скажем так. А если нет ее питомца, значит, там откроется проход. Откроется проход, где мы сможем исследовать следующую часть базы Маргарет и отсканировать нужные и не хватающие мне чертежи. Это как минимум, а возможно, еще что-то о ней узнаем интересненького, если там будут КПК. Так, кальмар-акула, нифига. Ну что ж, друзья, начинаем заныривать и снова, ну, мне кажется, опять же, по длинному пути идем, товарищи, да? Можно было это найти ближе, потом, когда я выплыву окончательно с этой базы, я вновь поставлю маячок, там есть путь побыстрее, но нам сейчас это нужно пройти. Правда, в этот раз нам карты в руки, потому что теперь у нас уже есть модуль погружения номер 2, и мы сможем без проблем на мореходе доплыть прям до самой базы Маргарет. Не нужно уже грибти на своих двоих ласами, теперь у нас это все хватает глубины погружения, задыхаться не будем, так что прям шиком доплывем до базы Маргарет. Кстати, на всякий случай координаты, кто еще до сих пор не находил, пожалуйста, посмотрите. Так, что там у нас происходит, сейчас мы с вами посмотрим. Есть там Маргарет, нету, но по идее она в теплице, по идее не должна быть. Так, ее краб... хотя ее крабески тут, а как она передвигается, интересно, вот как она, на чем она догребла? Ох, нам бы этого крабецка. Вот на чем она догребла до теплицы. Интересно, очень интересно. Так, ну что ж, проведаем это место и пос... Ах, как ты здесь оказалась? Опять ты? Хм. Вот зараза. Значит, ее уже в теплице нет. Мы ее там посетили. Этот грызет синюю скрижаль, которая раньше нужна по сюжету. Но самое главное, друзья, открылся проход. Этого мне и нужно было. Так, смотрим, что здесь есть. А я знаю, что здесь есть чертежи. Ну, по крайней мере, были в раннем доступе.
Кому интересно пересмотреть еще, чем отличается ранний доступ от уже релиза. Здесь есть чертежи, которые позволят построить отличную кухоньку. И начинаем мы с плиты. Кухонная плита, где есть ее там описание есть, нету, а что, даже нету описания? Да, прикольно, вообще даже нету описания. Но это еще не все. Есть здесь холодильник, очень классная вещь, которая позволит заморозить ваши продукты и предотвратить их порчу. Так, больше ничего. Ну и переходим. Здесь еще и можно сделать уборную. Так, проверяем. Душ сканируется, как и в раннем доступе. Можно принимать душ. Отлично. Не только. Можно настоящий туалет построить. И исправлять свои естественные нужды. И можно раковину. В принципе, все эти чертежи были в раннем доступе. Единственная плита. То строилась, то не строилась, то сканировалась, то нет. Ну почему не дали зеркало? Ну дали бы мне зеркало. Я все жду, жду и никак не сделали зеркало. И я вот не понимаю, почему в этой части они есть. Вы видите? Они есть. Вот мои любимые луковые растения из первой сабнатики. Но отсканировать мы их, друзья, не можем. Лампиончики тоже есть. Но китайский картофель мы, кстати, отсканировали. Не сканируются эти растения. Видно, что Маргарет их принесла с собой или приплыла. Вот это прикольно, кстати, мне нравится, как здесь она охотилась, посушила. Здесь целый набор рыбок. Короче, видно, чем она здесь питается. Хотя, как посмотрите, какой у нее бардак. Ну, Маргарет явно не хозяйка, она наемник, которая положила там сама целый отряд, читали в КПК. Поэтому крутая деваха, ей не до готовки. Так, здесь у нее хлам, 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 хлам. И есть еще КПК. Давайте почитаем. Через 2 недели нашего путешествия я по большей части жила внутри грудной клетки существа. Тут было укрытие и еда. Мясо начало гнить. Вонь стояла несравнимая ни с чем. По мере того, как мы плыли, температура падала, и гнилое мясо начало твердеть и замерзать. Медленно и почти неощутимо жнец начал терять плавучесть. Мы тонули, день за днем, понемногу. Мое прибежище вскоре должно было стать моей могилой, а я была во власти ветров и течений. Я потеряла надежду до тех пор, пока однажды вдали не увидела стайку пингвин-крылов. Водоплавающие птицы обычно означают близость какой-либо суши. Мне повезло, ветры продолжали дуть. Спустя несколько часов я увидела благословенное зрелище. Нечто, похожее на висящее над водой неподвижное облако. Суша. Я воспрянула духом, глядя, как приближается земля. Жнец медленно тонул. Но меня это больше не волновало. Когда жнец в конце концов ушел под воду, я была достаточно близко, чтобы не спеша доплыть до берега. Я припомнила, куда надо было плыть за черепом жнеца. Я не для того 3 недели катался верхом на чудовище, чтобы потерять доказательства. Суша никогда не была приятней даже в этом арктическом аду. Но вот, друзья, вот этого КПК именно не хватало в раннем доступе. Он как раз вот и заканчивает историю Маргарет Мейда, которая рассказывала еще нам, началась она в первой сабнатике, когда жнец Левиафан унес Маргарет Мейду, и все считали ее погибшей. Но дальше вот в КПК, который мы находили в этой комнате, рассказывала, что она его убила и начала плыть, использовав его жир как растопку, ну и мясо, чтобы есть. А вот в этом последнем КПК, который мы только что обнаружили, рассказывается уже, как она добралась до этих широт, до полюса планеты, выжила и выбрала на сушу. Теперь эта история Маргарет, собственно, закончена. Так что все, кто задавал вопросы, может уже понять лор и сюжет вот такой вот игры. И обе части, собственно, как это все дело их связывает. Но хорошо, мы с вами выполнили то, что я хотел. Мы с вами получили чертежи, закончили завершение истории Маргарет. Да блин, тихо ты. И, друзья, раз Маргарет все-таки уже снова здесь, а не в теплице, то, во-первых, я хотел бы посетить теплицу, чтобы поставить маячок, поскольку я в прошлый раз забыл это сделать. Плюс я кое-что там еще не исследовал. Опять же, все благодаря вашим комментариям, за что огромнейшее спасибо. Так, вот выбираемся здесь к ближайшей
скажем так, открытому входу, и вот где будет выход на поверхность, там и поставим маячок. Да, этот выход, он немножко, на 150 метров практически отличается от того входа, который дают координаты. Вот, 114 метров. Зачем дальше плавать, когда можно здесь сразу же погружаться? И, собственно, это и будет меточкой, которую я отмечу с помощью маячка. Короче, выбрасываем один из маячков, подписываем. Подписываем. База Маргарет. Ну и, собственно, эту миссию тоже мы с вами выполнили. А теперь, друзья, нам предстоит еще раз найти теплицу базы Маргарет. Ну, в принципе, я уже полное видео не буду делать, вырежу. Плывем просто на восток от, собственно, острова с радиолокационной вышкой и ищем тот айсберг, на котором, собственно, и находится теплица бабушки Маргарет. Выскочил прямо возле этого айсберга с первого раза, и находится он от того маячка, который мы поставили, на 1272 метра. Туда я еще подымусь, проверю, но меня интересует в этот раз не совсем теплица базы Маргарет. Короче, когда мы искали первый раз, вы мне напомнили, большое спасибо в комментариях, что вот этот айсберг не бесполезен. Я в первый раз на нем высадился, посмотрел, понял, что это не он, следов пребывания какой-то человеческой особи нет, и ушел. Тогда была буря, плохо видно, и я недоисследовал этот айсберг. Так вот, я собираюсь исправить эту ошибку и его доисследовать. Ведь, судя по вашим комментариям, здесь находится то, что нам нужно, собственно, тоже для сюжета и лора игры. А именно, друзья, настоящий артефакт прекурсоров. Это одно из значимых мест. Его данные, несомненно, помогут нам в поисках. Большое спасибо, что напомнили о этом спутнике. Я его находил, собственно, в раннем доступе, тоже исследовал, но тогда не было описания. Давайте просканируем и почитаем про него. Так, спутник, так он и называется. На этом спутнике есть явные следы цивилизации архитекторов. Судя по всему, он совершил аварийную посадку, хотя его структурная целостность, на удивление, осталась высока. Внутренняя конструкция этого спутника указывает на то, что он, вероятно, использовался для передачи данных на большие расстояния. Узел передачи данных в корпусе носителя уже давно поврежден воздействием среды. Ну, в принципе, вот такое вот описание. Мы знаем, что за каждые буквально 4 сканирования Алан выдает новое местоположение своего схрона с телом очередным. Поэтому, в принципе, он нам тоже может быть полезен. Ё-моё, мы сейчас замерзнем. Быстрее. Воду. Ой, сейчас разобьешься. Ой, замерзнешь. Вы посмотрите. Какая жесткая температура-то. Так, раньше, друзья, раньше на Пеникариде можно было 100% плавать. Пишут, что нельзя, можно было. В раннем доступе лично на них плавал, поэтому, к сожалению, нельзя. А вот возможность плавать на китах должна была остаться. Вот посмотрите, сидите и медитируйте. Тут очень красиво, спокойно, и атмосферка просто шик. Но еще можно было, друзья, залезть ему в глазик. Я сейчас попробую. Тоже была очень красивая анимация такая. Но сейчас... Тихо. Было. Смотрите, можно. И он начинает светиться даже. Боже, какой момент. Ну, скажите, что это атмосфера. Это просто... волшебная атмосфера. Есть еще такая композиция какая-то меланхоличная пойдет. Красота. Вы видели, друзья, когда она гладит глазик, он даже начинает светиться, потому что они называются светящиеся киты. Так, координаты этого места тоже F1 отладочная панель, 895, минус 1,5, минус 738. Пожалуйста, приплывайте, смотрите, или просто ориентируйтесь по тому, что это соседний айсберг с теплицей Маргарет. Теплицей, возле которой я забыл оставить маячок, и сейчас, собственно, я это и исправлю. Здесь есть отличный вот такой вот док-порт, в котором это можно сделать. И я сейчас вот это и сделаю. Бросаем здесь маячок.
еще один очередной, и все места на карте у нас уже точно будут отмечены. Подписал просто теплица, она собственно одна, понятно, что там точно Маргарет, потому что других теплиц нет. Кстати, вот этими фруктами, овощами можно было согреваться. Если бы я там по-быстрому нашел, то можно было не спрыгивать в воду так срочно. Но мне просто хочется глянуть, Маргарет туда-сюда перемещается? Она будет и там, и здесь, или все же нет? Потому что показываю, что она снова на своей базе. Просто для интереса. Будет она здесь? А нет, нифига, вы посмотрите, нифига она не будет. Кстати, да, нужно нарубить растение Престона, друзья, потому что я посмотрел, мы же с вами можем готовить уже новый салатик, новое блюдо и салатик, который появился в Subnautica Below Zero. Но для этого нужен лихорадочный перец, который мы, собственно, берем, и он у нас согревает, и лист растения Престона. Так что я не просто так сюда вернулся. Вот эти листики мне тоже понадобятся. Все, никакого КПК больше нет, можно это взять просто подкушать, подправить свое здоровье, силы здесь вообще и дыньки, здесь все, что хочешь есть, здесь просто шикарно. Но Маргарет, как вы видите, покинула это место, значит, это все дело заскриптовано, все сделано в принципе правильно, и если бы она вот двоилась, скажем так, задваивалась или клонировалась, тогда бы у меня были вопросы. Так нет, так все сделано по-правильному. Что ж, в принципе, я думаю, да хватит, спокойно ты. Я думаю, хватит с нас исследований, друзья. Мы и про сюжет узнали, мы отсканировали артефакты архитекторов и набрали необходимые ресурсы и разметили места. Теперь, я думаю, время пришло уделить нашей базе. Так что возвращаемся домой. Я обнаружил сигнал некоторой силы. Я не уверен, что он означает. Давай обозначу уже, хуже не будет. Местонахождение загружено в КПК. Короче, в принципе, я и сам сейчас хотел включать запись, но Алан помог. Схрон с телом архитектора и два новых. Короче, мы с вами обязательно этим займемся, но пока что, друзья, пока что будем уделять внимание нашей базе. Значит, для вас это время прошло быстро, а для меня не очень. Я был очень занят, потому что, друзья, собирал куча ресурсов. Давайте посмотрим, что же я там насобирал и напланировал. Вот что я сделал. Посмотрите, какая красота. Теперь стекла в нашей огромной комнате установлены. Ну вы посмотрите, она меня просто хочет, чтобы я снова взял краб. Видите, как меня здесь достают? Так что я не живодер. Это просто оборонительные позиции. Короче, друзья, я установил стекла на всю комнату и сделал там разметочку. Ну а что я там наметил, мы сейчас с вами вместе и посмотрим. Заняло куча времени и еще куча времени, чтобы насобирать ресурсы, которые понадобятся, чтобы это все, я надеюсь, собрать. Давай спускайся. Итак, берем строитель в зубы и заходим в комнатушку. И начнем мы, друзья, быстренько пробежимся, чтобы вы еще не рассмотрели. И начнем мы с этой комнатки. Эту комнатку я отделил, ничего сложного, вот переборочками, которые присутствуют у нас в меню строительства, где они здесь есть, хотел показать. Вот они, переборка и дверь переборки большой комнаты. Ну и будет использоваться в качестве санузла. Именно эти чертежи мы с вами и отсканировали на базе Маргарет, когда открылся проход. Вот этот наш туалет будем использовать прям по прямому назначению. Душ, который мы с вами сможем принять, и раковину. К сожалению, нет зеркала и нет рамки, которую использовал вместо зеркала. Поэтому пока что сделаем просто здесь стоечку для каких-то туалетных принадлежностей. Ну а здесь для туалетной бумаги и, возможно, еще чего-то, когда будем пользоваться унитазами, туалетом, поставим еще вот такую полочку. Маленький, небольшой, удобный, как я считаю, да, туалет, который функционирует. Можно вот так вот постоять и принять душ прямо в нашем дистилляционном костюме. Так, ну и здесь уже тоже все готово, начинаем строить. Значит, по моей задумке, эта комната у нас будет служить, скажем так, жилым помещением для наших сотрудников Альтеры. То есть она будет студией, можно так выразиться, и
одновременно казармой, которая будет служить и для приема пищи, и для отдыха. Поэтому здесь у нас расположены кроватки. Кровать Джеремии перенесены сюда, и мы будем их собирать. Так, правда, для этого нам должно все хватить. Раз, два, три, четыре. Ну и Титана, я надеюсь, на все хватит. В общем, Джеремия будет спать теперь вот здесь. К нему добавляется его друган Фред, водитель морехода. И эту кровать я считаю просто топовой. Посмотрите, как она выглядит. Здесь изображен мореход. Мне он очень нравится, поэтому я сделал ее в самом видном месте. Здесь у нас еще один член экипажа, Винь или кто-нибудь будет здесь находиться. Но, правда, пока что она безымянная. Я думаю, мы с вами еще обнаружим несколько кроватей, так что поменяем ее на что-то другое. Ну и самое красивое место я подобрал, самое такое романтичненькое, для нашей Даниэлы. Девушки, с которой флиртовала наша сестра Сэм, поэтому вот такая красная кроватка. И возле нее, почему самая романтичная? Потому что возле нее, друзья, будет находиться аквариум. Это очень красиво, мне кажется, и ей будет приятно там находиться. Так, давайте соберем этот аквариум, я надеюсь, что мне всего хватит. Собственно, этот аквариум, ну и начнем собирать полочки, пока есть время. Собственно, этот аквариум предназначен, друзья, для единственного, разграничить место. Поскольку у нас огромная комната, студия, да, вот такая, поэтому нужно сделать разграничение пространств. Так, здесь пособираем еще ящички, я надеюсь, я потратил не весь титан, потому что мне еще и еще нужно строить. Короче, спальное место будет у нас вот таким. Всего, к сожалению, одно окошко поместилось с другой стороны, но тем не менее хотя бы что-то видно. Вот здесь будет находиться Даниэла, вот здесь одноместная кровать, здесь Фред у нас и здесь Джеремия. У них есть места для хранения своих вещей, прикроватные тумбочки. В общем, в принципе, мне кажется, спать можно достойно. Да? Да. Дальше идет зона, где эти, собственно, ребята будут и развлекаться, и принимать пищу, и тусоваться. Короче, вот главное центральное место будет посвящено именно ему. По центру, значит, мы установим то, что мы с вами тоже нашли, и что нам может пригодиться. Как вы понимаете, это будет... Дайте я только доберусь до своих запасов и ресурсов. А где мой медный провод? Что я медный провод не сделал? Сейчас, секундочку, сделаю и вернусь. А будет это, как вы догадались, друзья, водоочистная станция. Будет установлена по центру. Мне понравилась эта идея еще с предыдущего, скорее всего, выживания, как это все сделать и обыграть. И вот по бокам от этой водоочистной станции мы установим такие барные стойки, да, чтобы можно было здесь что-то размещать, какие-то напитки, готовить, принимать пищу и так далее. Ну а по бокам установим, в принципе, те схемы, которые мы только с вами отсканировали у той самой бабушки Маргарет. Хотя у нее там находится просто беспорядок на кухне, у нас кухня будет аккуратненькая и чистенькая. По бокам этих холодильников мы устанавливаем торговые автоматы, известные нам еще со времен первой Сабнатики. Ну и, в принципе, уже можно использовать вот так вот это место. Мини такая кафешка, барчик, называйте как удобно. Удобно. Место для отдыха. Но, в принципе, здесь можно хранить уже, посмотрите, это не просто хранилище, здесь можно хранить продукты, овощи, фрукты, и они не будут портиться, их прочность будет оставаться на месте, и они не пропадут, вы не отравитесь, поэтому холодильники — это еще очень полезные штуки. Ну а водоочистная станция, конечно же, будет делать бутылочки с водой, так что от жажды мы точно не пропадем. Чтобы можно было здесь как бы проводить время, тусоваться и было где разместить наших членов экипажа, сделаем вот так вот, если нам хватит, опять же, титана. Так, забираем все, что здесь у нас имеется. И, в принципе, вот здесь еще что-то есть, да, стекло. Нормально. Короче, дособираем лавочки, и здесь наши ребята будут отдыхать, тусоваться, общаться о чем-то, я надеюсь, весело. Дальше, чтобы они могли всегда согреться и взбодрить свои мозги, мы сделаем, конечно же, им кофейные торговые автоматы.
Ах, этот сладкий запах загрязненной бобами воды. Да чё ты, у нас нормальная, отлично дистиллированная водичка. Целых 2 кофейных автомата мы с вами сделаем. Ну вот такая, собственно, получилась зона, где они смогут принимать пищу, отдыхать, развлекаться и о чем-то беседовать. Далее, друзья, чтобы они могли не скучать и им было здесь как бы нормальное времяпровождение, мы установим им музыкальные автоматы, которые позволяют слушать музыку на базе. Никто не говорил, что выживание не может быть в стиле фанк. Это точно. Возможно, это музыкальные автоматы, возможно, игровые автоматы. Это уже по вашей фантазии. Ну и, собственно, чтобы эта комнатка была не просто такой развлекательной, а еще несла смысловую нагрузку, я люблю делать всегда в прохождении, чтобы это было красиво и чтобы это было полезно. Мы здесь, друзья, установим еще ящички, которые и сами, собственно, сможем использовать. Наравне с холодильничками это будет наше хранилище. Ну а чтобы здесь было красиво, установим вот такую вот растительную зону, построив внутреннюю грядку, которую мы, конечно же, посадим. Вот так вот, друзья, у меня получилось. Осталось только заполнить горшочки и нашу внутреннюю грядку, чтобы комната была более заполненной и законченной. Забрал растения, которые мы с вами собрали в теплице Маргарет. Давайте что-нибудь сюда засадим. Хотелось бы в конец, в самый дальний, посадить вот эти высокие растения, но уже здесь как получится. Я, к сожалению, не могу нормально выбрать их местоположение. Потом, когда они вырастут, я смогу срубить, прорядить и посадить на нужном месте. Но пока что вот как-то так получается. Еще одно растение, а давайте вот эти два попробуем еще перца посадить. Ну и вот как-то так. Потом, когда подрастет, я это все скорректирую. У нас есть еще горшочки, в которых можно посадить, а почему бы и... Ну ладно, давайте в один или нет. Подковник пойдет туда, а здесь можно вот эти мелкие растения. Посмотрим, как они вырастут, как будут смотреться. Но опять же, сюда можно этот подковник. Посмотрим, как это будет смотреться, как это будет выглядеть. Так, и чтобы, кстати, звук шел, я же забыл, нужны еще, друзья, колонки. Батарейку уже целую посадил. Чтобы построить колонки, они где-то здесь имеются, да, динамик музыкального автомата. Да, в принципе, прям над ними. Так, возьмем и пусть тарабанит. И еще один. Проверим, как это будет слышно. Ну, я думаю, что не очень будет слышно, потому что все-таки нужно в разные концы комнаты это все дело разносить. Но хотелось бы какой-то, ё-моё, симметрии. А здесь, как вы видите, над дверью прям нельзя, да? И это прям вот печаль, беда. Ладно, можно, в принципе, в углы. Но как им спать будет? Это же им громко спать будет. Блин, ну я даже не знаю, куда засунуть. Ладно, потом подумаю, куда можно засунуть. И, ой, в принципе, и так громко. Так, это... Ну, вот такая спокойная композиция, под которую можно чилить и, конечно же, можно отдыхать. Друзья, вот такая комнатка у нас получилась. Наши сигналы можно было нормально рассмотреть. Кстати, можно будет поставить еще переборки, если не будет хватать прочности базы. Плюс посмотрю, какие у меня имеются постеры, чтобы здесь разместить. Ну, вообще, напишите в целом ваши советы и рекомендации в комментариях. Ну, сверху вообще, когда это все дело светится, выглядит, мне кажется, прикольно. Хотя, конечно же, оценивать именно вам. Друзья, вот так вот развивается наша база, и мы, конечно же, идем по сюжету. По двойственному сюжету Subnautica Below Zero. Во-первых, разбираемся с пропажей нашей сестры. Ну, а во-вторых, пытаемся решить проблему с нашим внезапным гостем в голове. Кто здесь впервые, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик с простановкой всех уведомлений. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте написать ваши варианты по крабу, Shadow или тень и с какой раскраской мы оставляем. Ну и мы, конечно же, с вами увидимся в следующей серии по прохождению Subnautica Below Zero. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, комментируйте и, конечно же, до скорой встречи в новом видео.